все, что касается сетевого там, взаимодействия между большим количеством участников, это всегда круто с точки зрения поиска каких-то новых, опять же, идей, которые ну, не в состоянии сгенерировать 2-3 человека. И всегда взаимодействие большого количества участников – это возможность получения так называемых экстернальных эффектов, то есть неожиданных, внешних. То есть изначально, может быть, и не предполагалось, да, что какое-то даже созданное решение в рамках взаимодействия вот этого там, коллектива или сети таких там, экспертов, профессионалов, оказывается, что можно прийти к совершенно новым каким-то неожиданным решениям. Сколково.